Если вы меня все видите, и вы меня все слышите. Сейчас с интернетом перебои, поэтому ни в чем нельзя быть уверенным. Подожду ваших плюсиков и пока задам следующий вопрос. Я вижу новые незнакомые фамилии в чате. Видим, слышим. Отлично, спасибо. Очень приятно видеть и знакомые уже фамилии, имена. За много лет работы у нас уже достаточно богатый такой, да, коллектив наших друзей, наших единомышленников. И вы прекрасно знаете, что всех тех, с кем мы хоть когда-то общались, я всех тепло очень люблю и нежно. И всегда очень рада с вами общаться и очень рада вас слышать и видеть. И тем не менее, задам тогда следующий вопрос. Если здесь те, кто нас уже знают, с нами общались, поставьте, пожалуйста, единичку в чате. Или те, кто у нас как бы в первый раз с нами знакомится, в первый раз в нашей теплой компании, поставьте нолик, чтобы я понимала, на каком языке мне с вами разговаривать, с какими терминами, да, рассказывать о нас подробнее, не рассказывать. Ой, все знакомые, единички, единички. Получается, незнакомых здесь никого нету, да? Все нас уже слышали, все нас знают. Ну, тогда я не буду представлять нашу школу Дивеи. Хотя вот приходится иногда ее представлять. Вот буквально вчера очередная передача про нас вышла. И, а не, вот кто-то новенький, да, кто про нас не знает. Ну, в двух словах буквально, да. Мы объединились на почве любви к природному образу жизни, к природному оздоровлению, к травам, к травничеству. И на почве того, что любой человек, уверенности в том, что любой человек может взять свою жизнь в свои руки. И, собственно говоря, за несколько лет собрался наш коллектив, коллектив фитошколы Дивея. Сначала мы проводили живые мероприятия. Я была целителем, травницей, принимала людей, лечила. Мои коллеги водили людей, показывали природу, рассказывали о ней. Олечка Дзюбан, да, в замужестве Вукат. И в какой-то момент мы поняли, что работая на просторах интернета, мы принесем больше пользы и сможем рассказать вам больше интересного. Мои более молодые коллеги научили меня работать с интернетом, хотя для меня это сложновато, да, в моем возрасте, но зато это принесло огромную радость многим и многим людям, которые приходят на наши вебинары и с которыми мы можем общаться в разных режимах. В холодное время года мы чаще всего учимся, обучаемся травничеству, фитокосметике, зеленой кулинарии именно в онлайн-режиме, на маленьких курсах или на профессиональных курсах. Вот один из них, да, мы запускаем буквально вот сейчас. А в теплое время года мы встречаемся на живых мероприятиях. К нам приезжают места силы, в красивые места Беларуси, России. Наши участники фитошкол, и мы с ними ходим, собираем травы, заготавливаемся, учимся видеть природу и радуемся общению на самые разные темы. Вот кто такая фитошкола Дивея. И сегодня у нас один из таких вот живых вебинаров интересных, да, на котором я расскажу вам сегодня, как помочь себе силами природы в самые такие наши проблемные сейчас моменты. А в конце отвечу на ваши вопросы по здоровью. Устроить всех такой формат. Я буду рада, если нам всем будет здесь, в общем-то, тепло, уютно, приятно. Вы можете познакомиться. Я буду очень рада узнать географию нашей сегодняшней встречи. Кто у нас откуда? Возможно, вам будет интересно самим в чате найти земляков или землячек. И я порадуюсь, насколько широкий у нас, да, сегодня охват мероприятия. А я пока потихонечку расскажу вам, почему у меня возникла идея сегодняшней нашей с вами встречи. О, Минск, Питер, Брест, Санкт-Петербург, Беларусь. О, все свои, да наши. У нас Питер, Москва и Беларусь, наверное, самые-самые такие Дербент, надо же, как интересно. Самые такие наши частые, скажем так, друзья и гости. Москва. Итак, почему мы решили с вами встретиться сегодня? Дело в том, что как-то вот, ну, жизнь нам подкидывает все более и более крутые задачки. Казалось бы, вот 2 года назад пришел к нам вот этот модный вирус, ай-яй-яй, все плохо, мы все умрем. Ну, вроде как не умерли, да? Сейчас жизнь опять нам подкидывает задачки на прочность. Что делать? Ну, в первую очередь, сохранять спокойствие.
Да? Как тут не вспомнить мой любимый мультик «Кота Леопольда». Ребята, давайте жить дружно. И чтобы жить дружно, чтобы быть здоровым и сохранять спокойствие, в первую очередь надо дружить со своей душой, со своим телом, здоровым телом, да, и со своими мозгами. Потому что сейчас у людей с этим реальные проблемы. Это осложнение, постковидное осложнение. Очень многие говорят, вот вроде ничего, вроде так и легко переболел, но в голове туман, ничего не соображаю, ничего не хочется, да, вот как-то тяжело и сложно, а тут еще больше грузят, что интернет, что телевидение, что делать? Как я уже сказала, на мой взгляд, сейчас самое главное вот в такой ситуации сохранять спокойствие. Почему? Потому что один паникер приносит вреда больше, чем пять врагов. Недаром вот на фронте в Великую Отечественную войну паникеров расстреливали первыми. И мы можем сами себе навредить паникой, затянув себя в очень неприятную ситуацию, как со здоровьем, так и с какими-то внешними обстоятельствами жизни. Но мы все не железные. Что делать? Вчера был такой интересный день, не знаю, то ли магнитная буря, то ли луна как-то не так встала. Мне позвонили пять человек, с которыми я уже год как не общалась, хотя добрые друзья там из Франции, из Краснодара, и там еще из разных мест, из Беларуси, из России. И все с одним вот этим все плохо, вот все плохо. Я спрашиваю, почему плохо? Ну как плохо? Вот с утра включаем эти новости, лезем в интернет плохо, с вечера лезем в интернет плохо. Я задала один единственный вопрос всем пятерым. Зачем? Зачем вы лезете в интернет и в новости? Лучше гляньте на улицу. Весна наступает. Все хорошо. Мне сегодня подарили котенка Мейкуна, о котором я давно мечтала. Одна мечта исполнилась хорошо. Я еще не нашла саженцев левзей, лимонника, которые я хочу, розмарина и лаванды. Тоже хорошо. У меня еще есть мечта. Весна впереди. Скоро начинается заготовительный сезон. Скоро пойдут зеленые дикоросы, о которых я сегодня вам буду рассказывать много, которыми можно поддержать здоровье, можно поддержать себя в тонусе. Опять-таки хорошо. Зачем концентрироваться на том, что плохо. Хорошо в этом мире, идеально хорошо, не будет никогда, потому что это наша жизнь. У нас стакан всегда будет наполнен только наполовину. Но концентрироваться на том, что стакан наполовину пустой или наполовину полный, это как раз наш выбор. На что смотреть? На то, что у нас уже есть, или на то, чего нам не хватает и в чем нам плохо. И в первую очередь, чтобы сконцентрироваться на хорошем, наверное, мы успокоимся. Да, вот первый вопрос я уже смотрю, да, Светлана, посоветуйте хорошие успокоительные сборы. Согласна, что люди сейчас нервничают, плюс ко всему, одним из очень таких распространенных осложнений постковидных является бессонница. Спасибо за поздравление с котенком. Я еще сама себе не поверила, что такая вот у меня радость случилась. Так вот, бессонница и неврозы – это наши сейчас очень частые спутники, которые подогреваются вот этим вот огромной волной негатива, там, информации, фейков, каких-то раздоров, которые льются на нас, на всех из интернета, из СМИ и так далее и тому подобное. Первое, что мы можем сделать для своего здоровья, и это очень важно, и это очень необходимо, обрубить лишнюю токсичную информацию. Есть возможность не заглядывать в те группы, в те информационные ресурсы, которые насильно в виде рекламы, в виде каких-то выскакивающих баннеров, льют токсины вам в уши, вам в глаза. Отключитесь от этих групп. Отключите телевизор, если там слишком тяжелые для вашего психического состояния новости. Не общайтесь с токсическими людьми. Опять-таки, вот сегодня пришла забирать котенка к заводчику. Хороший мужчина, славный такой. Весь взъерошенный, весь встревоженный. Я говорю, в чем дело? Да вот, говорит, сдаю комнату мужику. И он говорит, меня уже 3 дня, вот как бы все, надо хватать мешки, вокзал отходит, нас всех загребут там куда-то военкоматы, надо бежать в деревню, рыть бункер. Я говорю, и вам это надо? Говорит, нет, не надо. Я говорю, а зачем вы с ним общаетесь? Не знаю. Отключайтесь от токсических людей. У нас у всех внутри есть какая-то неудовлетворенность. Тем более сейчас она усугублена вот этими вот поствирусными, постковидными осложнениями неврологическими. Да? Кто-то недоволен женой, кто-то мужем, кто-то недоволен работой, кто-то недоволен отсутствием котенка, кто-то недоволен начальником, президентом и так далее и тому подобное. И как только складывается более-менее острая ситуация, вот такие вот энергодефицитные, недовольные люди, они
они начинают просто фонтанировать своим недовольством. И неважно, на чем его концентрировать, неважно, чем человек раньше был недоволен. Тем, что муж платье не купил, или котенка, или тем, что начальник зарплату убавил. Вот этот вот фонтан, он сразу выплескивается на того, на кого говорят фас. Говорят в интернете, говорят по телевидению. И вот как бы подготовленная такая масса людей сливает свои силы, творческие возможности. Возможности кого-то любить и с кем-то общаться сливает именно в негатив. Постарайтесь от этого отключаться. Это ваше здоровье. Таким образом укорачивают ваши годы жизни. Ваши возможности потратить эти силы на что-то хорошее, посадить какие-то красивые цветы, вышить картинку, не знаю, там, мужчинам, сходить в спортзал, выпилить там что-нибудь, я не знаю, какие хобби сейчас у мужчин, да, вот я сейчас прошу своего мужа, чтобы он мне скворечники обновил, у нас скворечники состарились, потому что я люблю, когда я работаю весной на участке, на своем поместье, и скворушки за мной ходят и скворчат. То есть отвлекитесь на какое-то хобби. Это первоочередно. Отрежьте от себя каналы поступления негатива и токсинов. И добавьте к этому силы природы. Какие? Самые разнообразные. Кто дружен с травами, вы можете себе подобрать какие-то успокаивающие сборы. Это могут быть и ягоды, например, калина, например, малина. Да? Вспомните русскую народную песенку «Калинка-малинка». Я вот только с возрастом начала постигать ее совершенно волшебную, сакральную прелесть. Это и противовирусное, и кроворазжижающее, и улучшающее мозговое кровоснабжение, и противовоспалительное, и успокаивающее, и сосудорасширяющее средство. Та самая наша «Калинка-малинка». Можете травы какие-то завести. Если у вас дома есть хоть какая-то аптечка травника, вы можете взять, например, те же пресловутые ромашку, мяту, боярышник. Если там как бы сложнее, спать все равно не получается, добавляем хмель, можем добавить шлемник байкальский, можем добавить синюху голубую, корневище пиона уклоняющегося или марьи на корень. Можно сделать проще, купить настойки готовые в аптеке, если сбора там, трав, корней нету, да? Какие настойки? Валерьяна, пустырник, боярышник, мята. Их можно в равных частях смешать, а можно мяты в половину меньше. И четвертинку от этого всего количества эвкалипта. То есть, если валерьяна, пустырник, боярышник, возьмете их по 100 грамм, то мята надо будет взять 50, а эвкалипта 25. Отлично. Отличная смесь, она будет успокаивать, она будет очищать сосуды, она будет улучшать мозговое кровоснабжение и стабилизировать нашу с вами нервную систему. При желании можно, например, выливать это в ванну и принимать ванну. Тоже будет очень здорово. Перед сном за 30 минут, да, минут 15-20, теплая ванночка. Вы в ней полежали, частично через кровь, через кожу впитались в кровь наши полезные вещества от травок. Частично мы подышали ими, да, ароматерапией. Нам стало хорошо. Можно сделать, скажем так, аромакулончик себе на шею, чтобы и днем тоже поддерживать какое-то такое более-менее равновесное состояние. Аромамасла той же мяты, ванили, жасмина, валерьяны, они успокаивают, дают вот такую лаванду в первую очередь, да, можно будет добавить. Это все стабилизирует нервную систему и улучшает опять-таки наши умственные способности. Аромакулончик, он небольшой, повесить его на шею можно и мужчинам, и женщинам, спрятать куда-то за воротник рубашки, если вы стесняетесь, и добавить по одной-две капельки вот такого аромамасла. Весь день вы находитесь в очень такой надежной, противовирусно-успокаивающей, такой ароматической, да, тучке, которая будет вас со всех сторон, скажем так, охранять. Если удобно, можно на ночь, например, сделать так называемую подушечку китайского императора. Представляете, что такое человек, да, который отвечал за всю империю, а ночью уж надо спать. Это мы сейчас думаем, что у нас невроза. Представляете, сколько проблем у человека, который должен управлять целой империей. Вот уже у кого бессонница. И чтобы ему хорошо спалось, чтобы организм во сне отдыхал, ему делали подушечки, набитые травами, ароматы которых помогали и уснуть, и хорошо отдохнуть. Что туда можно добавить? Чабрец, хмель, душицу, валерьяну, лаванду опять-таки ту же. Зашить подушечку, положить рядом с собой, да, во время сна, и вы прекрасно будете высыпаться. Если нет трав никаких от слова совсем, что делать? Успокоиться-то хочется.
Можно сделать такую очень интересную смесь. Горячего молока в стакан 100-150 мл, причем так нагреть хорошо, практически до кипения. По пол чайной ложечки меда и масла сливочного, можно топленого сливочного масла, будет еще лучше. И треть чайной ложки смеси специй. Фенхель, душистый перец и мускатный орех. Кстати, хочу сказать, что рецепт, если кому-то интересно, записывайте сразу, потому что, ну, в печатном виде может быть, если у вас будут, что называется, запросы радиослушателей, мы их выложим в нашем телеграм-канале в виде методички. А так постарайтесь их все записывать на ходу. Так вот, добавляем душистый перец, в равных частях мы их смалываем, мускатный орех и фенхель. И держим где-то в закрытой баночке, чтобы они не выдыхались. И вот в это горяченькое молоко с медом, с маслом, треть чайной ложечки размешиваем. А молоку чуть-чуть даем остыть, чтобы оно было реально горячим, вот чтобы только-только можно было пить. И все это выпиваем за полчасика до сна. Мы успокаиваемся, сон хороший у нас, да, мы спим, и нам хорошо. Если рядом у нас есть любящий супруг или супруга, или дети, или другие какие-то родственники, очень-очень хорошо на ночь для спокойствия подойдут массажи шейно-воротниковой зоны, да, это вот это вот у нас сзади шея и место, где у нас должен лежать, скажем так, воротник, по отсасывающей методике. Что это значит? Это значит сверху, от головы и вниз, для того, чтобы лишняя кровь от лишних наших тяжелых дум отогнать, и голова хорошо спала. А потом очень хорош массаж стоп. Недаром древние времена, что на Востоке, в Индии, в Китае, считалась очень досточтимой жена, которая умеет мужу массировать стопы, а на Руси просто для царей доставляли девок, которые умеют талантливо чесать пятки. В чем дело? Оказывается, у нас на стопе тоже есть огромное количество биологически активных точек, которые помогают регулировать состояние нервной системы. И если стопу хорошенько промассировать 3-5 минут, так, чтобы вот она прям разогрелась, была горяченькой, с каким-то маслицем, можно кунжутным, можно обычным массажным маслом, продается их полно, да, то у человека наступает хороший, устойчивый такой сон, спокойный, прям вот сразу же. Обычно, когда деткам массируешь, они уже к концу массажа уже начинают носиком клевать. И, что очень важно, укрепляется иммунитет. Вот если даже ребенок, или даже взрослый, да, ребенок, муж, скажем, начинает где-то чуть-чуть с заложенным носом придет, начинает покашливать, то вот такой вовремя сделанный хороший массаж стоп может предотвратить надвигающуюся простуду. Разумеется, я не буду утверждать, что подобный массаж сможет предотвратить начинающийся ковид. Это все зависит от индивидуального уровня иммунитета, от состояния здоровья человека, но это очень и очень действенный такой процесс. Что еще важно для того, чтобы мы хорошо спали и для того, чтобы мы были спокойны? За 2 часа до сна отключайте телевизор, соцсети, компьютер. Это не какие-то, скажем так, предрассудки. Когда вы смотрите в яркий экран, свет падает у нас на зрачок глаза. Яркий попадающий на зрачок свет стимулирует выработку серотонина, гормона бодрости. Почему нам солнечным утром легко просыпаться? Потому что солнышко попадает в глаза, у нас сразу же начинает вырабатываться гормон бодрости. Когда наступает вокруг темнота, как и положено в природе, да, темнеет, и свет перестает поступать на сетчатку глаза, на зрачок, у нас начинает вырабатываться гормон мелатонин, гормон сна, да? Поэтому, если вы чувствуете, что у вас проблемы с засыпанием, у вас, у кого-то из родственников, да, есть какие-то такие немножечко невротические реакции, что-то беспокоит, что-то расстраивает, старайтесь все яркое, яркий свет, яркие экраны, громкую музыку, какие-то такие вот чересчур нервные обсуждения с подругами или в семье, да, того, что случилось за день, старайтесь за 2 часа все это прекращать. Это очень и очень будет полезно. Свет можно переключать на бра какие-то небольшие, да?
и заниматься чем-то успокаивающим. Шить, вязать, гладить котенка, читать книжку, мечтать о будущем, составлять какие-то планы. То есть что-то, что вас успокоит или расслабит. Можно какую-то йогу сделать успокаивающую, можно сделать какую-то успокаивающую дыхательную гимнастику. Например, подышать, помедитировать на выдох. Можно позаниматься йога-нидрой. Можно скачать эти занятия в интернете, они всюду есть. И это все очень неплохо помогает подготовиться ко сну. Чтобы себя уравновесить в плане нервной системы, очень рекомендую всем заниматься каким-то видом физической активности, как мужчинам, так и женщинам. Дело в том, что гормоны наши, они, в общем-то, очень разумно созданы. Когда у нас наступает стресс, и у нас вырабатывается гормон адреналин, он может трансформироваться или в кортизол, гормон стресса, или может выработаться в процессе движения. Это древняя, заложенная с самого вот неандертальского времени, реакция организма «бей или беги», да, когда возникает какая-то опасность. Мы сидим возле интернетов, мы сидим возле телевизоров, мы слушаем, как все плохо, мы боимся, и мы никуда не бежим. И никого не бьем. Куда деваются наши гормоны? Они разрушают наш организм. Они разрушают наши сосуды, они разрушают нашу психику, тот же кортизол, тот же адреналин. Можно еще их переводить в гормоны половые. Почему считается, что супружеская там близость, да, между мужчиной и женщиной наиболее яркая после перенесенной опасности? Просто потому, что адреналин, он также может трансформироваться и в тестостерон или в эстрогены. Но если у кого-то нет возможности регулярно спасаться от ужасов окружающей жизни в объятиях любимого человека, попробуйте элементарно делать зарядку или хотя бы выходить на улицу, где-то гулять в парке. Это очень важно. Как только начинается закручиваться какая-то ситуация, тем же ковидом стращают. Вспомните 2 года назад, как все было плохо. Контакты первого уровня. Сидели дома. Ходила милиция, проверяла, сидят ли они дома, не выходят ли куда. Сейчас не то, что контакты первого уровня, сейчас уже заболевшие могут даже не ходить, не сдавать ПЦР, купить тест в аптеке, сделать его себе, неделю посидеть дома и идти на работу. Мы ко всему привыкаем. Мы понимаем, что то, что чрезмерно, это нехорошо и не здорово. Согласны? Мы начинаем жить проще. И благослови, Боже, Беларусь. Нам это, наверное, мы вообще баловни судьбы в этом плане. У нас не было ни карантинов, нас не запирали в квартирах. Батька наш сказал, хотите, гуляйте, занимайтесь спортом на свежем воздухе, и будет вам счастье. И я вам хочу сказать, что таки да. Начинаешь заниматься спортом где-то, если зима, покупаешь абонемент в спортзал, уходят стрессовые какие-то состояния, ковид, ну подумаешь, ковид, мы Великую Отечественную войну пережили, мы перестройку пережили, ну что нам сейчас, ну вот что нам сейчас какой-то свифт, извините меня, если у меня вот была 2500 приданное советских рублей на книжке, которые в одну ночь превратились в деньги, на которые я смогла купить 2 махровых халата себе и мужу, что нам сейчас какой-то свифт, если есть вот кто-то в чате у нас люди такого возраста, как я, возможно, вы вспомните это, как мы ходили по талончикам, да, покупали что-то там, макароны и еще что-то, да, и выжили же, и ничего, выжили. И это еще раз лишний толчок думать о том, что все-таки основой безопасности, как я неоднократно говорю на своих курсах, является природа и является земля. Да, у кого есть какая-то дачка, там домик в деревне, соседи, которые содержат там курочек, козочек, коровку, картошку какую-то сажают. Это очень хороший запасной аэродром. И таки он нужен. Ходите, гуляйте, думайте о хорошем. Нет возможности, ходите в спортзал, ходите в бассейн. Нет возможности, в интернете полно бесплатных курсов йоги, йога-нидры, какой-то гимнастики, занимайтесь дома. Можете, у нас, помню, раньше, когда не было возможности куда-то ходить, когда только ковид начался, мы с девочками договорились по скайпу, по вайберу объединялись и вместе в одно время под одну музыку занимались гимнастикой, тоже развлекались. То есть я вам очень рекомендую каким-то образом двигаться. Таким образом гормоны стресса, разрушительные гормоны, будут из организма уходить, и вы будете сохранять здоровье, спокойствие, доброжелательность. И таки оно вам будет помогать. Если есть возможность, когда вы там
ходите, гуляете, работаете дома, что-то делаете, включайте какой-то позитив. Или песни из старых советских мультиков, или старых советских фильмов. Или того же, вот у меня дочка очень любит Михаила Николаевича Задорнова. Это, кстати, научно доказано, что 12 минут смеха в день перекрывают полностью весь стресс, весь негатив, который человек мог получить в течение суток и который укоротил жизнь человека. Смейтесь, смейтесь, радуйтесь. Неважно чему, тому, что вам котенка подарили, или тому, что вы действительно ходите по улице, дышите еще свежим воздухом, у вас на улице тихо, дома есть горячая вода, есть теплая еда, есть мягкая любимая постель, есть компьютер или другой гаджет, по которому вы можете общаться с такими же доброжелательными и уравновешенными людьми, вашими единомышленниками. Да? По-моему, вот это вот все очень и очень здорово и полезно для нашего с вами психического здоровья. По спокойствию, по бессоннице, по неврозам есть какие-то вопросы? Или мы все вопросы с вами оставим на конец мероприятия и в конце будем с вами уже по всем вопросам общаться? Как вам удобнее? Пока я жду ваших вопросов, отвечу. Вот тут вот у меня вопросы пришли сверху, да? Травников, фитотерапевтов в Гомельской области. Вы знаете, в Гомельской области, наверное, не подскажу. В Барановичах есть фитотерапевт, гинеколог, Огренич Николай Антонович. В Рубежевичах Григорий Анатолий Иванович, он уже старенький, совсем в фитоаптеке принимает. Ну, в Минске, вот, может быть, я и, наверное, Шмерко Евгений Петрович, он уже тоже старенький совсем. В Могилевской области, ну, там... совсем уже, наверное, Федора, она уже, наверное, совсем тоже старенькая, это надо поискать в интернете, и, наверное, все, больше не скажу вам. Раскройте секрет, где приобретаете такую красивую берестяную посуду. Ну, во-первых, я люблю ее, поэтому мне ее часто дарят мои близкие, знакомые, друзья, мои пациенты на дни рождения, на праздники. А еще есть в Витебской области, под Оршей, у меня такой мой любимый мастер, Олег Шамро, можете набрать его в интернете, найдете. Вот он ее делает, вырезает специально по моим заказам для того, чтобы я там в туисочках и чаи паковала, и какие-то подарочные наборы делала. Очень Олежка такой талантливый человек, ему дочка помогает уже взрослая, и они вдвоем вот такие вещи делают, и украшения, и посуду, и они меня очень много в этом плане порадовали. Так, схемы для печени, это мы в конце будем разговаривать. Так, если мы немножечко успокоились, да, уравновесились, может быть, мы перейдем к следующему моменту, который я очень хотела с вами сегодня обсудить. Оно-то, конечно, может быть, все страшное, или так нас стращают, но никто не отменил того, что таки у нас гуляет вирус. Это актуально? Поговорим про противовирусные травы? Или мы уже ничего не боимся, все по 5 раз переболели, и уже это никому не интересно? Я так точно 4 раза переболела в более-менее тяжелой форме, и 2 или 3 раза в такой более-менее легкой форме. Мы уже, по-моему, перебрали все возможные штаммы, и у нас уже иммунитет есть ко всему. Поговорим про противопростудные, противовирусные какие-то мероприятия, или это уже не актуально? Нужны, да? Верона, хотите учиться травничеству? Вот у нас сейчас осуществляется буквально набор. Вчера он закрылся на новый курс, да? Но я попросила продлить на 2 дня, потому что многие люди просятся. Сегодня-завтра вот участники вебинара могут записаться на наш курс «Основы травничества». Где-то у нас тут кнопочка была, нажмите ее, там все подробности должны быть у вас, наверное, под экраном. Да, подробнее о курсе. Спасибо большое, Оксаночка, моя помощница. Наш ангел-хранитель, администратор, мы набираем сейчас курс, и у нас это последний курс по старым ценам, потому что вы видите, что творится вокруг с деньгами. Мы уже 2 года не поднимаем цены, и следующий у нас будет начинаться с 1 сентября, как и полагается в любой школе, и мы там уже будем, конечно, совсем другие цены выставлять. Если кто-то желает, вы можете еще успеть в уходящий поезд, у нас 4 месяца обучения. По окончании обучения при желании мы выдаем дипломы с правом работы по специальности фитотерапии,
терапия, прошу прощения, травничество и оздоровительная деятельность. Или кто не хочет, мы выдаем дипломы нашей фитошколы Дивея. Да, то есть вот если желаете, вот можете как бы вот поинтересоваться. А пока-таки да. Да, такой хороший, активный отклик на противовирусный. Я уже думала, вы там дремлете, не слушаете. Я думала, уже все так успокоились, что все в нирване. Ну, давайте поговорим про вирусы. Прежде всего, мой взгляд на этот вирус. Вирус сложный. Вирус хитрый. Но что я вам хочу сказать, таки мы его заслужили. Мы его заслужили чем? Сейчас уже так практически не говорят про такой вирус. Может быть, вы помните, сколько-то там лет 10 или 15 назад все шарахались. Был такой модный вирус СПИД. Синдром приобретенного иммунодефицита. Откуда он взялся на нас? Да? Откуда он свалился? Что за такая кара Господня? Оказывается, что этот вирус всегда и довольно долго, и довольно так-то обширно гулял среди обезьян. И они прекрасным образом болели им, передавался он половым путем и так далее и тому подобное. Но человек, он такое очень интересное создание Божье, да? У него степеней защиты в организме очень много. И тем не менее мы своим усердием эти степени защиты успешно ломаем. Каким образом? Мы ведем малоподвижный образ жизни. Мы едим не очень полезную пищу. Мы постоянно находимся в зоне облучения электромагнитными сетями. Это гаджеты, это Wi-Fi наш, это компьютеры и так далее и тому подобное. И вот это вот три основных момента, которые очень серьезно снижают наш иммунитет. И те болячки, которые раньше нас не цепляли, проходили мимо нас, теперь начинают нас цеплять. Они начинают пробираться в наш организм, а наш иммунитет, наши погранвойска, наши внутренние войска оказываются слишком слабые, чтобы что-то противопоставить вот этим так называемым бандитам от мира вирусов. Тот же СПИД пришел именно тогда, когда иммунитет, коллективный иммунитет человечества снизился до определенного уровня. Мы снизились еще до определенного уровня, и нам стал доступен вирус ковид. Сам он мутировал где-то от животинки к животинке, создали его где-то в лаборатории. Сейчас уже не важно. Важно то, что мы сами открыли ему ворота. Тем, повторюсь, что мало двигаемся. Едим не самую полезную пищу и постоянно находимся в зоне электромагнитного излучения. И нам все это доступно исправить. Доступно, вполне доступно. Гулять на свежем воздухе больше мы можем. Про движение я уже говорила неоднократно. И это не какие-то вот там вот, да, зудёжка старой тетки, что давайте двигаться, давайте делать зарядку. Дело в том, что когда мы двигаемся, у нас улучшается кровоснабжение, у нас улучшается движение лимфы в организме, у нас повышается температура тела, и таким образом сгорают шлаки. Организм омолаживается, и в результате укрепляется иммунная система. Иммунитету не приходится разгребать помойку у нас внутри. Он весь может быть направлен на то, чтобы бороться с входящей извне инфекцией. Именно по этой причине, как вы будете двигаться, неважно, гулять на ночь, утром делать зарядку при открытой форточке, пойти на какие-то танцы, на йогу, на аэробику, пойти в какой-то спортзал, купить абонемент, плавать где-то или гулять по выходным в парке, в любом случае движение совершенно необходимо. Человеку, который хочет хоть как-то подольше пожить, и человеку, который хоть как-то может укрепить иммунитет. И я обращусь к таким очень уважаемым для меня и глубоким источникам, как тибетские книги, да, о здоровье 3-5 тысячелетней давности трактаты. И там было написано буквально следующее, что если человека научить хорошо двигаться, изменить ему питание, изменить его образ мысли, убрав оттуда весь негатив, 90% болезней исчезнут сами собой. И только 10% оставшихся будут нуждаться в лечении травами. Что меня поразило,
Буквально вот где-то я на тех выходных, что ли, была на очередном каком-то семинаре, да, и меня поразило выступление одного, нет, вру, это вот мы снимали передачу, которая вчера у нас вышла вот как раз в эфир, да, на белорусском телевидении, в котором я была в роли эксперта, и очень интересный молодой человек, педиатр-врач, он сказал, что по статистики ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, 80% заболеваний человека возникают от гиподинамии, неправильного питания, стрессов и электромагнитного излучения. То есть, что 5000 лет назад, что 3000 лет назад, что сегодня, цифры одни и те же. И почему мы их не слышим, непонятно. Двигаться, есть просто, быть спокойными, доброжелательными и как можно меньше залипать в источники электромагнитного излучения. И 80% заболеваний уйдут сами собой. Остальные 20 мы добьем травами. Какими? Если касаться конкретно вирусов, можно как бы углубляться во всякие дела. Интернет, конечно, набит информацией о том, что надо и полынь есть, и чеснок есть, и чагу пить, и много-много чего. Какое мое мнение? Мое мнение такое, что попробовать можно, но лучше начинать с чего-то простого. Почему? Такие тяжелые, в общем-то, в применении ингредиенты, как полынь, как чеснок, они будут раздражать организм. А организм и так находится в стрессе. Вы понимаете, в стрессе информационном, в стрессе вирусном, потому что как бы человек вот там болел, не болел, но тем не менее идет нагрузка на организм. Иммунитет-то справляется, но он таки надрывается. Поэтому лучше брать что-то мягкое и щадящее. И самое простое, и самое надежное, то, что за эти 2 года я неоднократно использовала, это наши с вами драгоценные хвойные растения, которые и зимой, и летом служат травникам и служат всем желающим быть здоровыми. Для того, чтобы хоть как-то поддерживать организм в иммунном более-менее бодрячке, противовирусном, очень неплохо иметь дома букет из хвойных веточек, веточек сосны. Они 3-4 недели вполне неплохо стоят. Их собираешь, ставишь в баночку с водой, как мы на Новый год это делали, на балконе, там прохладненько, и срезаем оттуда иголочки, завариваем и пьем в виде чая. 4-5 иголочек ежедневно на стакан отлично поможет. Отлично поможет. У вас будет как-то профилактика вируса на уровне. Можно сделать состав, который одновременно будет оказывать и противовирусный эффект, и улучшать мозговое кровоснабжение, и достаточно неплохо очищать организм от шлаков. Это мой любимый чай, который я пью регулярно. Вот, кстати, и сейчас я его тоже себе навела, да, пока вот с вами тут общаюсь. Две части хвои сосны, одна часть луковой шелухи и одна часть шиповника. Возможно, многие слышали, что красное вино пить полезно, оно омолаживает организм, оно поддерживает сердце. Молодое вино красное действительно содержит дигидрокверцетины, которые также содержатся в шелухе лука, в шелухе чеснока и в хвое лиственницы, и в хвое сосны. Вот этим вот чаем, который я вам продиктовала, им людей после инсульта выхаживают. Он великолепно снимает метеозависимые и мигренеподобные головные боли и помогает поддерживать противовирусную профилактику. Что еще мы можем делать для того, чтобы поддерживать себя в каком-то таком более-менее статусе? Мы можем собрать сбор трав. У нас на курсе преподается полный состав очень интересной моей разработки авторской, которая называется «Медовый целитель». Кто придет, мы там подробно изучаем, как его делать. Но даже если и без этого рецепта, что мы можем взять? Какие-то травы, например, таволгу, например, шалфей, календулу, ромашку, кипрей, зверобой можно добавить, можно аира немножко добавить. Травы все хорошенечко измельчить в порошок. Просеять и мельчайшие частицы в соотношении 1 к 10 смешать с медом. Такую медовую пасточку хорошо держать в банке. И при малейших признаках простуды, боли в горле, кашель, да, можно солодку туда добавить, если кашель, алтей, например, рассасывать по 3 чайной ложечки, по пол чайной ложечки, как вы рассасываете вот таблетки от горла во рту. Для профилактики это можно делать ежедневно утром. Для лечения это можно делать каждые 2-3 часа.
Сказать, что эта вещь великолепная, ничего не сказать. Иногда температуру сбивает. Если обычный грипп, то за день, за два помогает прийти в живое состояние. От температуры 39 до более-менее такого бодрого состояния. То есть это однозначно очень хорошая рабочая вещь. Роскошная, конечно, вещь, хотя, возможно, и мало кому доступная в этом плане баня. Причем не просто баня, а там, где можно в качестве ароматерапии использовать противовирусные растения. Те же хвойные, шалфей на каменку можно поплескать, веточки мы подбираем, тополя, например, веточки березы, тысячелистник, чуть-чуть в небольших количествах полынь. Все это заваривается и плескается на каменку. Можно эфирные масла подобрать. И проходит такая роскошная ароматерапия с учетом контрастов воды горячей, холодной и вот такого вот проникновения в организм со всех сторон вот этих вот полезных веществ. Мы в том году с дочкой в октябре смогли таки забороть за пару дней начинающийся ковид. Ковид был точно, потому что у нас, ну, нюх отшибло. То есть это оно таки было. Вот, в общем-то, достаточно такое, ну, это вот как бы мечта. У нас вот 4 дня выходных сейчас будет на 8 марта, мы поедем в поместье, и я уже просто аж мечтаю, как мы баньку протопим и какое удовольствие мы там получим. Можно то же самое сделать у себя в ванной. Заварить травы в кастрюле, и вылить в горячую ванну, и посидеть, подышать этими травами. Конечно, эффект будет чуть меньше, но эффект будет. То есть это очень и очень тоже такой действенный момент. Есть такой чай у нас в Беларуси, вы должны его знать, Фитогор. Великолепная разработка, ее разработали голынская, украинская ученая и Римша, наш брестский ученый, да, великолепный пример сотрудничества и дружбы народов. Для ликвидаторов чернобыльцев, которые болели, тяжело болели, у них был ослаблен иммунитет, и вот этот роскошный сбор, который можно и деткам, и всем подряд, очень вкусная, полезная вещь, наберите в интернете, там состав вы найдете, и купить его можно в зеленых аптеках, он также очень хорошо помогает при вирусах. Можно пить те чаи, которые у вас есть под руками. Например, ту же таволгу, ромашку, мяту, да, все, что оказывает противовирусный эффект. По чуть-чуть добавлять туда календулку, по чуть-чуть добавлять тысячелистник, шалфей. Очень хорошо помогают при вирусах обыкновенные морсы из наших простых ягод. Черная смородина. Это роскошный природный антибиотик и противовирусное средство. Мы его вроде как лакомство, да, пьем, а наши бабушки, прабабушки морсом, черной смородиной лечили ангину. Вот сейчас очень многие после омикрона жалуются на охриплость горла, да, на охриплость горла. Для меня так это вообще была трагедия у меня. Сейчас еще голос не очень восстановился, а это же у меня рабочий инструмент. А представляете, учителям в школе, лекторам, еще кому-то, мы с дочкой наблюдали такую картину, когда врач-педиатр принимает, сидит на приеме в масочке, ну, сипит еле-еле горлом. Думаю, совсем с ума сошла женщина в таком остром периоде, и она сидит с детками, общается. А она, видимо, видит мой такой недоброжелательный взгляд, и она говорит: 2 месяца не могу восстановить после ковида голос. Пропал голос, и все. И вот наши бабушки, что они делали? Они именно таким образом приводили в порядок горло. Они полоскали его черно-смородиновым морсом. Можно при этом сделать смеси, это на ваш вкус. Например, лимон и мед. И рассасывать его как таблеточки. Можно сделать имбирь, лимон, мед. Тоже рассасывать под языком. Тоже очень неплохо снимает боли в горле. Можно сделать, но это будет очень целебно, но не очень вкусно. Такую смесь, как мед, соль и облепиховое масло. Облепихового масла и соли по чуть-чуть, основной состав мед, и тоже рассасывать очень хорошо помогает при таком сухом дерущем кашле и вот при таком вот воспалении. Если вы чувствуете, что у вас горло хрипит от отеков, добавляйте обязательно череду, фиалку полевую, кипрей. Они хорошо снимают вот эти вот аллергические, сенсибилизированные такие вот отеки и в носу, и в горле, и помогают, в общем-то, вот с этим моментом справиться. Последний вот
3 недели назад у нас был ковид такой нехороший, омикрон вот этот разнесчастный, который весь Минск положил буквально за 2 дня. У меня был страшный, ну, насморком это не назвать, у меня был просто отекший нос. Дышать было нечем, хоть ты ушами дыши. Конечно, приходилось пользоваться и каплями сосудосуживающими, причем даже гормональными, особенно на ночь. Но часто их применять нельзя, потому что они вызывают привыкание слизистой оболочки. Вы можете промывать нос чем? Ромашкой, морской солью сами руками сделать, отваром шалфея, отваром календулы. Можете, если у кого-то дома есть алоэ или каланхоэ, немножечко сока отжать, развести водичкой и тоже промывать нос. Можете сок лука или чеснока буквально по чуть-чуть, по несколько капелек на полстакана воды и тоже промывать носик. То есть у вас все под руками. Наши старинные бабушкины вот эти методы ингаляции над картошечкой подышать. Вирус они не убьют, но они помогут носу хоть немножечко дышать. Это тоже очень и очень неплохо. Можно сделать чайничек фарфоровый, только не железный, фарфоровый, чтобы не обжечься. В него забросить состав, например, тот же шалфей, ту же ромашку, лиспедецу копеечниковую, неплохо будет, ту же календулку, мяту, мелиссу. Заварить кипяточком, губами обхватывать носик и вдыхать через горло, выдыхать через нос. А потом это будет еще и чай великолепный. Потом его еще и выпить. Тоже очень хорошо помогает при болях в горле. Есть такой неплохой состав. По полулисточка эвкалипта и лаврушки. Несколько горошин 5-6 аниса. Листочек чистотела. И немножко взять хвои. Буквально там 5-6 иголочек. Этот сбор очень неплохо помогал при дельта-штамме. Достаточно неплохо помогал, если его заваривать и пить. Вот на стакан воды вот такое количество и выпивать затем. Но аккуратно имейте в виду, что чистотел это все-таки ядовитая травка, с ней нужно быть осторожным. Что еще я вам хочу сказать об этом модном вирусе? Сам вирус... Знаете, как вот такая поговорка тоже была, не знаю, в Беларуси, наверное, и в России такая же, и на Украине. Не так страшен черт, как его последствия. Так вот, ковид, он пролетает и улетает. Но вот он, знаете, как ураган пролетел над городом. И вот за сколько там, за полчаса, да, или еще там как-то, у нас там то Хавьер был, то еще что-то. А вот то, что он разрушил, оно начинает обнаруживаться намного позднее, да, когда при малейшем слабом ветерке деревья надломленные падают, или там балконы обрываются, или рекламы. И вот это уже приходится долго ремонтировать. То же самое с нашими организмами. Дело в том, что ковид, он бьет по очень таким слабым местам в организме. У нас, у меня у одного моего знакомого врача, очень уважаемого мною человека, который ведет много лет там здоровый образ жизни, очень веселый, спортивный такой человек, и живет он на природе, в поместье в своем. 5 лет назад укусил в коленку клещ. Ну, там посеяли боррелиоз, он попил какие-то антибиотики, которые полагаются, и все прошло. Год назад, в декабре, он переболел ковидом. Распухло колено, распухла нога вниз. Он думать забыл про того клеща. Искали, искали, антибиотики никакие не помогают. Хорошо, у него была возможность сделать посев из этого распухшего колена, из синовиальной сумки, синовиальную жидкость посеяли. В лаборатории исследовали боррелиоз. Вот эта вот несчастная пимка, которая засохла со спичечную головочку, осумковалась и сидела 5 лет в колене, после ковида она обострилась. Могу привести свой пример. Год назад я в декабре переболела ковидом, достаточно тяжело. Пошла какая-то аллергия, серьезная аллергия, тяжело спасалась капельницами, гормонами. Причину не могли найти. С отеком квинки 2 раза увозила скорая в больницу. Год врачи меня крутили-вертели, шили щитовидку, шили мне и там какие-то еще нарушения. Пока совершенно случайно, буквально пару месяцев назад, я не обнаружила, что это целиакия. Непереносимость глютена. Вы можете себе представить заболевание, генетически измененное, которое обнаруживается обычно в детстве. Оно у меня вылезло на 52-м году жизни после ковида. И я же искренне пыталась, думая, что это аллергия, держать диету, сидеть на хлебе и воде. И каждый раз у меня шикарно все это дело обострялось, потому что именно хлеба мне было и нельзя. То есть...
нельзя обнаружить, какая зараза подло из-за угла вылезет в нашем организме. У кого-то ни с того ни с сего вылезает жировой гепатоз печени. У кого-то нарушается работа сердца, сосудов. Очень много инфарктов, инсультов идет у молодых людей после ковида. У кого-то возникают аллергии совершенно непонятные, совершенно беспричинные, да? У кого-то отказывает печень, у кого-то почки, самые-самые разные. У всех, у большинства людей начинаются именно неврологические нарушения. Падает зрение, ухудшается память, извращается нюх. Что мы можем в данном случае сделать? Мне кажется, вот это просто прямой нам звоночек от природы, чтобы немножечко обратиться все-таки к ней, к ее возможностям, к ее средствам для того, чтобы все это восстановить. Не сразу, полгода, годик придется над собой поработать, но возможности есть. И я вам хочу сказать, что оно таки да. Волосы выпадали, если кто помнит, в том году, в апреле, вот эта дельта ходила, или я не знаю, или какой штамм. После него за 2 месяца, вот есть девочки в чате, нет, кто страдал таким. У меня пол головы волос выпало. Я привыкла, что у меня всегда роскошная, толстая коса или узел на затылке. Тут я была ошарашена, когда осталась через 2 месяца с крысиным хвостиком. Пришлось поднимать все свои старинные рецепты, варить бальзамы и восстанавливать свою шевелюру. Вот согласитесь, вот такие вот подлянки, извиняюсь за грубое слово, от ковида поступают регулярно. И надо вот это вот иметь в виду. Что делать? За один вечер я вам, разумеется, все не расскажу, но мы подробно все это изучаем вот на нашем курсе на основу травничества, на наших живых мероприятиях, которые планируются, несмотря ни на что. У нас тихо, мирно в Беларуси получится у нас. Обычно мы или в белорусских агроусадьбах проводим наши живые мероприятия, или если в небольших группах, там по 2, по 3 человека ко мне на поместье люди записываются, приезжают на оздоровление, на обучение травм. Или мы приезжаем под Геленджик, наше любимое место, в поселок Пшада. И у нас там все рядом: горы, море, дольмены и наши походы, наши фитотуры, наше травничество, наши лекции, наши мастер-классы. Я надеюсь, что и в этом году у нас все с вами получится. Или в Беларуси, или под Геленджиком мы все-таки с вами встретимся. А те, кто желают именно вот на онлайн-курс, я говорю еще раз, я очень попросила нашего администратора, и она согласилась продлить на сегодня-завтра еще возможность записаться на курс тем, кто хочет вот у нас в онлайне поучиться травничеству. И вот что я вам хотела рассказать про вирус. Самое главное – внимательно относиться к своему организму. Вы ни у кого из врачей не допроситесь, что вам делать, потому что ни один врач не сможет с вами быть 24 часа в сутки. Они и так сейчас совершают подвиг. И этот подвиг, я не знаю, будет ли когда-нибудь оценен. У меня семья медики, вот мои дети уже в 5-м поколении медики, моя дочка работает на скорой помощи. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Они, несчастные и бедные, делают гораздо больше того, что положено, я не знаю, даже героям. И пока этого никто не ценит, и пока это даже не оплачивается достойно. Они буквально сгорают за нас, теряют свое здоровье, теряют свою жизнь, и все равно они не смогут что-либо для нас сделать, еще раз повторяю. Потому что для этого надо знать организм так, как знаем его только мы. И быть рядом с собой 24 часа в сутки, наблюдая за тем, что у нас и как, и куда изменилось, и как, и где, и в чем себе необходимо помочь. Для этого необходимо себя любить. Для этого хоть как-то внимательно надо к себе относиться. И мужчины, и женщины, кто водит машину, наверняка где-то, не дай бог, появится какой-то шум в моторе, мы уже прислушиваемся, мы уже машину гоним на СТО, мы уже за ней заботимся, мы уже ее чиним. Не дай бог, где-то начал подмигивать, подглючивать телефон, мы уже там ставим какие-то новые антивирусы, мы уже как-то что-то его чистим, приводим в порядок. Почему мы к своему организму так не относимся душевно? Неужели он этого не заслуживает? Ведь организм наш – это инструмент. Инструмент нашей души, через который мы получаем наслаждение этого мира. Наслаждение, например, вкусной едой. Или наслаждение, например, поездкой к морю, когда мы загораем, ощущаем солнышко, ветерок, там волны. Наслаждение общением с любимым человеком, да, тактильные ощущения, когда нас кто-то гладит, когда мы кого-то гладим. И это все нам может дать только здоровый организм.
наслаждение каким-то творчеством, когда мы что-то шьем, вяжем, когда мы печем вкуснейшие пирожки, когда мы рисуем красивые картины, когда мы поем, когда мы танцуем. И это все возможности здорового организма. Когда мы верхом на лошади катаемся, я очень жду, не дождусь, когда потеплеет, опять начать занятия конным спортом, то, что я так люблю. И поверьте, вот этот инструмент для наслаждения, а также для реализации нашей души, ведь какое наслаждение держать на руках своего ребенка, да, целовать его, учить. Согласитесь, больной организм не может позволить таких радостей. Поэтому давайте как-то немножко приглядываться к себе повнимательнее, потому что мы спохватываемся, когда он уже начинает не просто барахлить, а очень сильно барахлить. Есть тоже такая поговорка, что Бог сначала говорит с человеком шепотом любви, потом голосом проблем, а потом рупором страданий. И вот мы чаще всего уже спохватываемся, когда рупор страданий, когда уже не просто болит, а болит так, что отваливается. И мы не задумываемся о том, что все те ступенечки, которые мы вниз прошли в плане своего здоровья, нам ровненько по ступенечке, по каждой придется отработать наверх, восстанавливая свое здоровье, чтобы опять вернуться к какому-то более-менее бодрому и здоровому состоянию. Возможно это? Возможно. Но над этим надо работать. Ну вот как бы желающих работать я уже пригласила над собой, да, над своим здоровьем. Как показывает многолетняя практика, люди, которые с нами дружат, которые у нас учатся, у них жизнь очень меняется и у них, и у их близких. Если у нас в чате есть кто-то, кто у нас уже учился, кто уже использовала рецепты, методики для помощи себе, своим близким. Очень многие пишут, прям вот буквально и в соцрежиме помогали и себе, и близким. Я буду очень благодарна, если вы сейчас в чате напишите, что да, реально, это практично, это помогает, и это не просто какая-то там, не знаю, реклама. Рекламировать я ни в коем случае не умею, это не мое. А это действительно то, что сейчас необходимо. Возможность держать свое здоровье в своих руках. И здоровье своих близких, что немаловажно, тоже. Вот сейчас, кстати, масленица идет, да, масленичная неделя, блины все пекут. И вот я что хочу сказать. Блины это, конечно, классно, хотя пища, конечно, жирная, тяжелая, но перед постом можно. Делайте в качестве варенья малину, черную смородину, облепиху. Во-первых, очень здорово укрепите иммунитет, повысите витаминный запас организма. А во-вторых, вы снивелируете действие вот этой вот мучной жирной пищи. И сделайте это для себя. Это будет очень и очень здорово. Что еще я хотела сказать? 8 марта у нас на носу, конечно, да? 8 марта, а после него начинается Великий пост. И очень, кстати, хорошее время, потому что пост и тепло в этом году как-то вот рано пришло. У нас есть с вами роскошная возможность подправить свой организм именно зеленью, дикоросами, которые начинают вылезать. Спасибо, Наташенька, большое за отзывы, девочки, спасибо, Юля, спасибо. И вот что я хочу сказать, Магия, тоже спасибо вам. Что я хочу сказать, что вы можете уже сейчас начинать пополнять свои витаминные запасы за счет природы. Несмотря на то, что все еще спит, да, еще даже мать и мачеха с одуванчиками не вылезала, тем не менее, вы можете сейчас, обрезая, например, свой сад или просто где-то обрезая чей-то старый сад, набрать веточек черной смородины, спящей, да, веточек рябины, веточек малины нарезать, веточек вишни, порезать их на кусочки по полтора, там по 2 сантиметрика, запарить в термосе, кипяточком залить, часа два дать настояться. Это будет роскошнейший, душистый и вкусный витаминный напиток. Он поддержит ваш организм, он поможет разобраться и с кровью, и с сосудами, и притоптать ваши вирусы. Если у кого-то где-то в запасах осталась рябина, боярышник, шиповник, заваривайте ее в термосе и давайте деткам. Изумительный получается, слабо-слабо кисленько, такие сладенький напиток с ароматом роз, прям каких-то. Оно же получается, что семейство-то разноцветное, и у рябины, и у шиповника. Великолепная витаминная подпитка, поддержка сердца, поддержка сосудов, противоотечное действие, тоже роскошное. Есть возможность, пока еще нет фруктов, пока есть сухофрукты, купите в равном количестве, можно по 100 грамм кураги, чернослива, изюма, орехов грецких или кедровых, лимон и мед. Можно инжира тоже 100 грамм.
Все на мясорубочке скрутили, в баночку положили, поставили в холодильничек. По чайной ложечке к чаю 3-4 раза в день или по столовой ложке пару раз в день. Это так называемая паста Амосова. Она великолепна не только витаминный коктейль такой, да, для нашего организма, но и поддерживает сердце. Отлично поддерживает сердце. Особенно она полезна пожилым или людям после тяжелых заболеваний. У нас сейчас таких, наверное, 80% постковидников. Еще есть вариант такого зимней, да, такой поддержки поливитаминной, противовирусной и весенней для организма. Возьмите пару апельсинов и лимон вместе с кожурой, вымойте их как следует, чтобы они были чистенькие. И прогоните тоже на блендере или на мясорубке с одинаковым количеством меда или сахара. Такое будет живое у вас цитрусовое варенье. Сложите в баночку, держите в холодильнике и также по чайной ложечке к чаю или там в кашу, в творожок, в коктейли в зеленый добавляйте. Чем хорош этот такой вот тоже витаминный коктейль? Но желательно это в первой половине дня, потому что цитрусовые, они очень хорошо тонизируют. Дело в том, что в кожуре цитрусовых содержится витамин ПП. У слабых деток таких, у болезненных, да и у взрослых тоже, особенно у девочек молодых, часто бывают, знаете, такие весенние носовые кровотечения, когда вот чуть высморкаешься или чуть наклонишься, кровь из носа течет. Это вот слабость стенок сосудов, ломкость сосудов. Вот это вот варенье, оно великолепно помогает укрепить стенки сосудов. Вот эти кровотечения проходят, отеки проходят. И, соответственно, вот в эти укрепленные стенки сосудов вирус уже не пробьется. И это все достаточно просто. Если у кого-то разрослись за зиму большие кусты алоэ на подоконнике, возьмите какой-нибудь один, выберите, которым не жалко пожертвовать, промойте его, обсушите на полотенчике и уберите на недельку в холодильник, чтобы в нем выработались биологически активные вещества, биостимуляторы. Скрутите его опять на той же мясорубке пополам с хорошим качественным медом. В баночку и в холодильник. По пол чайной ложечки, по ложечке великолепно помогает укрепить иммунитет. Вкус, конечно, не айс, горько-сладкий такой вкус, но действие великолепное. И зрение улучшает. И с учетом того, что сейчас весна, период обострения у всех язвенников, желудок заживляет. Язву, гастриты великолепно помогает заживить. И очень мощно укрепляет иммунитет. И плюс подбадривает, стимулирует, то есть вам утром будет хотеться вставать. Одно из моих любимейших средств – тоник, стимулятор, который заменяет мне кофе, который дарит мне радость жизни. Это мое любимое варенье из шишек сосны. Вот сейчас будет майская фитошкола, мы на ней опять будем собирать шишки, опять будем варить варенье, кто у нас уже был, знает, да? Вещь великолепная, вот это варенье из шишек сосны, оно настолько хорошо прочищает мозги. Я когда его подарила доктору аюрведы, очень, так сказать, приверженцу своих аюрведических средств, когда он его попробовал, воскликнул просто: о, какое сатвичное средство. Сатвичное – это у них то, что, в общем-то, все самые чистейшие и лучшие энергии в человеке очищает и привносит, да. То есть это реально помогает. Вот я утром ложечку съедаю с чаем вместе, мозги светлеют через полчаса, хочется работать, хочется жить, хочется что-то придумывать, оно реально неплохо тонизирует. И не надо пить кофе для того, чтобы проснуться. Несмотря на то, что, в общем-то, весна, и у нас в Беларуси солнышка мало, такие вот солнечные продукты, они достаточно неплохо поддерживают организм. Самое время сейчас добавлять где-то, может быть, понемножку зверобоя в чаек, да, потому что уже где-то, когда начнется там конец марта, апрель, когда начнется солнышко яркое, мы его уже не сможем пить. Он фотосенсибилизирует кожу. Кожа может зуд выдавать, какие-то крапивницы. А сейчас его можно попить, он тоже будет неплохо подбадривать, поддерживать и поставлять в наш организм солнечную энергию. Это вот то, чем мы можем сейчас себя поддержать в преддверии весны. Мы планируем где-то, может быть, через месяц запустить такой зеленый марафончик, когда начнутся травы. Мы будем вам каждый день подсказывать, что можно собирать, как можно это использовать, есть, пить, намазывать, заготавливать. И такой, может быть, на 2-3 недельки посмотрим. И я думаю, что мы очень неплохо с вами и там встретимся, да? Но пока вот дожить до первой зелени, до сныти, до дуванчиков, до крапивы. Вот пока с тем, что я вам сегодня порассказывала. Так, ну что, интересно вам, было что-то сегодня полезное? Я сейчас пробегусь по вашим вопросам.
пробегусь по вашим вопросам. Как применять чай хвойный от метеозависимости и мигрени? Курсом? Можете курсом. Он у меня практически постоянно стоит. То есть это не что-то такое сильнодействующее, что надо курсом пить. Я вот заварю пару-тройку чайников, попью-попью, а потом забуду про него. Потом смотрю, что опять голова тяжеловатая стала, вспомню, опять начинаю его пить. То есть как бы у меня вот это в таком режиме. Если вы хотите жестким курсом его принимать, любой стандартный курс для приема трав у нас какой? Кто у нас учился? Можно было бы, конечно, сейчас вас спросить, подождать вашего ответа, наших травников. Но поскольку тут притормаживает чат, долго ждать, я вам уже сама скажу. 3 недели пьем, неделя перерыв. 3 недели пьем, неделя перерыв. 3 недели пьем, неделя перерыв. Это 3 месяца, и потом мы делаем месяц перерыв. У женщин неделя перерыва должна приходиться на критические дни, на месячные. Так, что еще? Это вы уже разобрались, молодцы у меня. Вот смотрите, какие активные, уже подсказали друг другу, молодцы, девчата. Так, как сборы для волос делать? Ой, вы знаете, это лекция не на 1 час, а намного-намного, да? У нас кто девочки учился, помнит, что у нас такая есть целая лекция, фитокосметика, да, в нашем курсе основы травничества. И тут там часа на 2 рассказывать. Но в общем и целом я могу сказать, что я и бальзамы делала на травах, да, для восстановления. Мы рецепты даем в курсе вот по тому же Поларину. И мою голову я тоже травами, ржаной мукой, и масочки на голову делаем. Ну, то есть там достаточно много рассказывать. Я бы с удовольствием это сделала, если бы это было там 2-3 слова. Но это комплекс мероприятий. Это надо внутрь на рене пить какой-то пробиотик, да, который улучшает всасываемость кальция. Это надо массаж кожи головы делать, чтобы прилив крови помогал волосяным луковкам восстанавливаться. И плюс вот такие вот наружные моменты. Питаться надо хорошо, с большим количеством белка. Высыпаться, особенно женщинам, да. То есть это целый комплекс мероприятий. Вы же не думаете, что красивая фигура бывает просто так. Нет, за красивой фигурой надо ухаживать, постоянно держать ее на диете, постоянно ее тренировать. Хорошая, красивая машина, она также требует заботы. Хороший, красивый дом также требует заботы. И хорошие, красивые волосы, они также требуют заботы и ухода. Вроде уже карантин и пандемия на нет сходит. Ну вот да, мы буквально 3 дня назад сидели с дочкой, разговаривали, вот она со своей скорой пришла со совещания, им сказали, что вроде бы вот этот омикрон, он же что-то такое переходное между ковидом и обычным сезонным гриппом. Но вы понимаете, еще раз я вам повторяю, что страшен не столько ковид, сколько его последствия, потому что он бьет по тонким местам в организме. У кого что, где было такое наследное, проблемное, вот ковид туда, к сожалению, бьет. Поэтому лучше все-таки укреплять свое здоровье и не пытаться с ним бороться. Спасибо вам большое за добрые слова, девочки. Так, мои миленькие вопросы. Антивирусного аир, мед, любые противовирусные травы, шалфей, эвкалипт, календула, ромашка, тысячелистника, правда, немножко. Мяту можно, кипрей туда добавлять, то есть что-то такое вот, что нам помогает. Кора сосны помогает от старческого слабоумия. Но вы понимаете, вот вы меня сейчас спрашиваете, есть ли лекарство от смерти? Есть. И это не кора сосны. Вот с чем связано старческое слабоумие? Чаще всего это процессы комплексные, опять-таки комплексные и не всегда обратимые. И одной корой сосны вы не справитесь. Вот этот рецепт, который я вам дала, 2 части хвои, часть шелухи, часть шиповника, он вот именно на это направлен, на улучшение мозгового кровоснабжения, хоть у инсультников, хоть у стариков. Но этого одного мало. С человеком надо общаться. Человека надо занимать какими-то, может быть, упражнениями на мелкую моторику. Знаете, как вот мы деткам раньше давали там мозаики собирать в моем детстве, пластилин лепить, шнурочки зашнуровывать, пуговки застегивать. Это сейчас вот все молнии, да, липучки. А это все для чего делать? Для того, чтобы у детей вот именно улучшалось вот это вот развитие коры головного мозга. То же самое и старикам. Надо давать какие-то мячики шершавые в руки, гулять с ними где-то по улицам, где они не гуляли, какие-то кроссворды им разгадывать. То есть что-то надо делать, чтобы вот как бы, да, этих 2 неприятных товарища, немец и американец, да, Паркинсон и Альцгеймер, как можно дольше не приходили к нашим близким, родным, пожилым людям. Крупу перебирать, да. Мне кот как-то в этом помог много лет назад. Молодой был, мы его бедного оставили дома, ушли на работу. Как он уже шкаф умудрился открыть, вытряхнул оттуда
пакет риса, пакет гречки, доброжелательно все это порвал, перемешал на кухне и встретил нас с таким удовольствием, разлетевшись лапами вот во всю кучу, типа, давайте вместе играть. Вот была задача для Золушки, конечно. Что может помочь при гайморите? У меня бывают осложнения после болезни, в виде него. Постоянно о нем думаю, когда болею. Гайморит, во-первых, вам надо ухаживать за этой областью, если вы знаете, что у вас там такое слабое место, да, то есть вне зависимости от того, болеете вы, не болеете, вы освоите такую методику, она в интернете есть, я не знаю, не помню, как она называется, йоговское промывание носа. В чайничек отвар трав, ту же ромашку, календулу, шалфей, что у вас есть, эвкалипт, алоэ, каланхоэ, и каждое утро промываете носовые пазухи. Если у вас там есть уже какой-то очаг инфекции, значит, за ним надо постоянно следить и ухаживать. Постоянно укрепляйте иммунитет, делайте дыхательные гимнастики. Есть возможность, опять же, тоже сок лука, буквально несколько капель на полстаканчика там, или на четверть стаканчика воды, сок чеснока. Очень неплохая такая смесь, правда, она выдирает аж до мозгов. Пополам смешать сок свеклы красной и мед тоже закапывать при гайморите. Сок алоэ каланхоэ можно закапывать, очень неплохо помогает при гайморите. Но еще раз повторюсь, что профилактика, лучшее лечение – это профилактика, что заниматься пазухами носа надо постоянно. Поэтому вот как бы да, ингаляции те же, что я вот говорила, травы, да, можно ими дышать, эфирными маслами можно дышать, масло чайного дерева, эвкалиптовое эфирное масло, то, что именно оказывает противомикробное воздействие. Так, расскажите, пожалуйста, в двух словах, как проходит курс, расписание эфиров, в какие дни, хочу понять, смогу ли успеть. У нас успевают все. У нас выкладывается одна тема раз в неделю, по средам обычно. Тема это может быть 2-3 лекции на одну тему, да, например, сбор, сушка трав, хранение, технология, что мы можем приготовить из трав, да, или искусство составления сборов, как правильно составлять сборы из трав, лечебные, питьевые, или, например, та же фитокосметика или зеленая кулинария. Тема выкладывается раз в неделю. К теме прилагается от 10 до 15 электронных книг на эту тему. Поэтому, когда у нас люди заканчивают учебу, у них своя хорошая такая роскошная библиотека по травничеству, по фитотерапии. Дается одно домашнее задание, которое я лично проверяю. И по истечении 16 недель, 16 тем, иногда мы даем одну лишнюю неделю на четвертую тему, биологически активные вещества, это фитохимия растений, потому что тема сложноватая. Вот по истечении 16 недель мы даем 2 недели на повторение, и потом у нас тестирование. Постоянно, каждый день я общаюсь в чате со всеми желающими, кто выкладывает домашние задания, кто задает вопросы. Раз в 2 недели у нас живая встреча, живой вебинар. Я вживую отвечаю на все вопросы, которые возникают по тематике лекции или которые еще какие-то по вопросам трав и здоровья возникают. Так что я не думаю, что тут есть какая-то сложность. Люди и очень занятые, и очень свободные, и мама с 3 детьми маленькими у нас тут учились, и все, в общем-то, вытягивали достаточно неплохо. Так, где-то еще у меня тут был вопросик по печени, да, какие схемы использовать для поддержки печени и какие травы растворяют камни в желчном мочевом, почках и соли в суставах. Ну, смотрите, самое простейшее для печени, я была потрясена, когда еще изучала эти вопросы, так называемый тибетский эликсир бессмертия, смесь соков свеклы, морковки, яблок в соотношении 1 к 2 к 4. Меня это, честно говоря, потрясло, потому что где наша свекла и где Тибет? Тем не менее, согласна с тем, что это просто великолепная смесь, которая очищает печень, очищает кровь, поднимает гемоглобин, снижает повышенное давление, улучшает зрение. И можно делать не просто в виде сока. Мне всегда было жалко вот эти жмыхи, да, выбрасывать. Я просто-напросто вот эти фрукты и овощи протирала на драную терку, свеклу, морковку и яблоки. Мне получалась такая пюрешка типа детской. Она до 2 дней хранится в холодильнике. И вот ее с удовольствием вместо салата или вместо десерта можно кушать. Можно просто так кушать, можно заправить сметанкой. Вот она великолепно растворяет конкременты и в печени, и в почках. Можно попить курсом, например, кукурузные рыльца. Они неплохо все это растворяют. Корень одуванчика. Но
Тут надо, опять-таки, индивидуально в нюансы встревать. Почему? Потому что если камни в желчном превышают 1,5-2 сантиметра, можно их таким образом стронуть, и они застрянут в желчных протоках, потому что желчные протоки не растягиваются шире 2 сантиметров, даже под ножкой и там еще какими-то спазмолитиками. Поэтому если камней или много, или они крупные, лучше с ними не заморачиваться вот так вот индивидуально, потому что можно закончить это развлечение на операционном столе, проклиная травников. У меня первый же мой, самый первый мой травный опыт, 32 года назад с подружкой был. Я взялась ей камни из почек выводить, расписала схему такая гордая, что я такая крутая травница с двумя медицинскими образованиями. Подружка покивала головой, взяла эту схему, напилась этих чаев и пошла на новогоднюю вечеринку с пивом и солеными орешками. Камень стронулся, камень застрял в мочеточнике, и она, проклиная меня от почечной колики, встретила Новый год на операционном столе. То есть вот ко всем этим делам хорошо бы еще иметь разум такой хороший, трезвый, да? Опять-таки, самое простое, вот этот чай, который я сказала, хвоя, шелуха и шиповник, отлично растворяет песок в организме, в том числе в суставах, и выводит. У вас на носу практически у всех сезон березового сока. Отличная вещь, которая растворяет соли и в почках, и в суставах. Не рвитесь за чем-то сильнодействующим. Берите то, что действует надежно, ровно и не торопясь. Вот березовым сачком прочистится и в августе арбузиками с дыньками. И так вот 2 раза в год вполне хватает. Если вы знаете, что есть склонность к отложению солей, не злоупотребляйте жирным, жареным, соленым, мучным, маринованным, потому что это все стимулирует отложение солей. Смысл чистить организм, если его потом засорять. Логично? А так вот почистится, и все будет прекрасно, все будет чистенько. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Кленовый сок подходит? Нет, он сладенький, он вкусненький, но соли он выводит в гораздо меньшей степени, чем березовый. Я тоже кленовый сок очень люблю, но березовый полезнее. Еще какие-то вопросы, девочки, мальчики? Надеюсь, сегодня было тепло с вами, и так вот неплохо мы с вами посидели, да? Встретились, как я уже говорю, со знакомыми фамилиями в чате, новых друзей приобрели. Не поддавайтесь вот этому вот всем тяжести, темноте, напряженке вокруг. Умейте проходить это все, знаете, вот как нож проходит горячее масло, да, спокойно. Вот я всегда держусь, когда уже совсем невыносимые ситуации, за какие-то цитаты из Библии, да, делай, что должно, и будь, что будет. Оно таки да. От нас никто не требует прыгать через голову, менять мир или, наоборот, защищать его своей широкой грудью. От нас требуется делать, что должно. Мамам растить, любить и воспитывать детей, держать дом. Папам зарабатывать на семью, да, или там вот дом опять-таки поддерживать в рабочем состоянии. Детям заботиться о своих родителях, стареньких, иногда ворчливых, невыносимых. Женщинам вдохновлять и украшать этот мир, вдохновлять своих мужчин, неважно, взрослых или маленьких. Мужчинам быть ответственными и защищать от трудностей этого мира, в том числе и от эмоциональной вот этой вот, да, напряженки своих женщин, травникам собирать травы, лечить людей, снимать тяжесть с души у людей. И я думаю, что мы со всем этим справимся. Справимся. Искусственно ли наведенные эти трудности, естественные ли они, мы их пройдем, потому что ничего вечного в этой жизни нет. Ни плохого, ни хорошего. А трудности нам даются только для того, чтобы мы укрепились и телом, и духом. Как говорится, что нас не убивает, делает нас крепче. Я тоже вас всех благодарю за добрые слова, за то, что вы нашли сегодня время с нами побыть, а не новости очередные по телевизору смотреть. Честно говоря, очень и очень благодарна вам. Я не думала, что сегодня много народу соберется. Думаю, хорошо, если человек 20 придет в компанию, а у вас больше 60-ков. И это значит, что вот нас таких, да, позитивно мыслящих, хороших, добрых, светлых людей на самом деле намного больше. Как говорил Михаил Николаевич Задорнов, один из моих любимых мужчин, хороших людей на земле однозначно больше. Просто плохие лучше организованы. Но мы с вами тоже будем организовываться в курсы, встречи, вот такие вот интернет-встречи. И я думаю, что все у нас с вами будет хорошо. Согласны? До следующей встречи и будьте здоровы, мои хорошие. Всего вам самого доброго.